Всем привет, на канале Аленка. Мы дальше ждем малыша. Слушайте, а может мне питомца, когда я куплю вот того обычного, может мне вообще купить, знаете, какого? Я не знаю, на каком он? Может мне вообще купить вот такого? Блин, они дорого стоят. Вот один такой пет. Стоп, а ты... О, мне прыгучесть. О, вот это я не знаю, что. Вот это, наверное, как у меня пуха такая. Да, ой, еще одна минута. О, вот это мне нужно. Я как будто, знаете, зачем хожу? Я как будто хожу за этим. За вот этими мифическими, фантастическими, как будто вот это редкие. Вот это как будто они вот это вот. Кстати, вы когда-нибудь бывали вот там вот в пещере? Там есть дырка. Вот когда ты там уже побывал, только я не выбралась. Мне пришлось куда-то лететь домой или в клан. Но в клан у меня не получилось, пришлось полететь домой. О, секунды. Стоп, а что они не идут? Или мне лагает? Опять мне лагает. Ань. Стоп. Поплачем пока. Знаете, что они тут все охличанины? Ой, ничего не хочу писать. Странно, они как-то летят эти минуты. Пойдемте пока поохотимся. Или нет? Ой, повоем. Опа. Ой, с первого раза. А то мне бывает не с первого раза получается. Папа, конечно, смотри, у него глаза прям не полностью. Там есть нету черного, прям полностью голубые. Прям как вот это вот, прям как снежный. Без белков, да? Да, без черного. О, детеныш уже доступен. Я даже не заметила. Вон. А ну-ка, и какого-то у меня. Стоп. Я не тебя ждала так. Скажите, пожалуйста, что это за детеныш? Это шаманка была? Блин. Хорошо, что это тех-то волков оставила. А то мне вообще не повезло. Да, папа? А я-то чувствовала, что это там будет обман какой-то. Ладно, давайте станем пока лисами. Лис у меня сейчас пока 17-й. А тут у дракона есть? Ну да. У тебя есть дракон? Нет, они еще не в игре. У меня вообще-то только ой, волк и лиса. Но скоро уже будет, наверное, и медведь. Вот у меня, видишь, пока 6-я глава. А чтобы дойти до медведя, надо 15-е. Давайте я пока покажу мои способности, которые у меня есть на лисичке. Вот эти очень прикольные. Знаете, вот давайте мы сейчас полетим. Блин, надо как с какой-нибудь горы. Ой, сейчас буду залазить. Ох, я помню один ход, как залезть на гору. Только не с этой стороны, по-моему. И сейчас как полетаем, наверное, я буду первой лисой, которая спустилась с горы. Необычно, только не в ту сторону ж. Блин. Я там какие-нибудь звери, я хочу полетать. Блин. Где они все? Ой. Блин. Я так далеко залезла. Ой. О, ну это не те, которые я хотела. А, не придется. Ой, полечу так. И сейчас подождите. Все-таки я полечу в ту сторону. И хопа. Вы хотели волков съесть? Вы хотели почти моих собратьев съесть? Вот этого я не видела. Помните, я говорила, видео я его не видела.
ее. Надо ее срочно, срочно надо выводить. А, караул. А ну, брыщ. Ой, это я так, шаром. А ну-ка, есть у нас что-нибудь такое? А ну-ка. Нет, я же поразбивала всех. Конечно же, надо всех кланы поразбивать. Ну, волков я еще... Ну, я уже разбила на видео. Так, следующая у нас способность такая же, только она... Ой, у меня... Вот то, что можно переключать способности? Да. Угу. Так, опять на меня напали. Отстань. Все, меня нету. Да, я переключу способность. Она у меня, конечно, меньше прокачана. А ну-ка, где моя там? Блин, здесь олени. Я хочу на них полетать. Ой, да ё-моё. Да я не хочу ни так показать. Где все олени? Блин, мне что, на кабанов идти? Ой. Полет лисы. Блин, я, похоже, не успела. Ну ладно. Сейчас мы полетим, знаете, с горы. Я, наверное, буду первым летчиком. Летчиком. Так, подождите. Если туда можно забраться. Если этот забрался туда, то значит можно собраться. И кстати, тут есть волки первого уровня. И они спавнятся только одним волком. Так, подождите, как там. Блин, я забыла, как летать. Ой, сейчас вспомню. Так, сюда, по-моему. И полет. Ой, не та, блин, не ту кнопочку нажала. Сейчас, подождите. И, блин, не туда. И полет на Луну. Еще, взлетели мы на Луну. Причем так нормально взлетели на Луну. И еще раз взлетели на Луну. Сейчас еще раз полетаем, только на земной Луне. Опа. Не успел добить. И еще полет на Луну. Слушайте, это весело так. Ну, пошли дальше показывать мои способности. О, так мне мало. Ой, стоп, я не поставила. А ну-ка, это как... Вот оно, по-моему, обычная способность. Ой. Ой, интересно. Мне понравилось вот это, молния. За мной когда я бежала, за мной молния оставалась. Слушайте, давайте еще полет на Луну устроим. Просто. Кто, у кого такая способность есть, и кто еще не летал, попробуйте. Ой. Блин, олень, я не успела еще на Луну отправиться, подожди еще. И полет на Луну, и сзади так прилетели, и победили. Мы сейчас там волков. Так, еще один полет на Луну, только поменьше. Так, стоп, и... Блин, они ж... И хопа. Еще не полетели. Вот бы была такая штука, чтобы петы тебе тоже помогали бить. Если бы... Когда у него был первый уровень, то он бы бил бы по 10. Вот когда 2, 20. Вот 2, вот например, 3, вот по 30. Так, еще хочу полет на Луну, только с этим оленем. Что полета не получается. Жалко, что на волка такой способности нету. Я бы с удовольствием полетала. Ой, как тут забраться? Оп. Так, первое. Где мы? Первое. И не, где тут все? Сейчас как перебью здесь. Нет, мне нужны те. Нет, где они все? А, не ладно.
принципе, и прикольная, когда ты за тобой и тебя жизнь восстанавливает. Давайте мы включим мою любимую способность. Почему-то у меня всегда любимая способность вторая. Как ни странно. Ну ладно, полетели в бой. Только не в такой бой, а в другой чуть-чуть. То, что я хочу своего питомца, вот этого летающего, до второго уровня. А сейчас у меня пока не первый. И когда он будет второго уровня, он вроде бы должен оставлять за собой след. Ладно, сейчас потом не устать. А то мне бывает лень. Скорей. Ой, меня сейчас покусает. Ой, я знаю это. Ой, нашу А захватили. Ой, ты ё-моё. Так, нельзя в пред... Блин, они выше меня, а тот... Так, а тут под охраной... А, караул, спасите, помогите, караул, все, нет, больше никогда туда не пойду, все. Спасите, помогите, лиса умирает. Все, спасибо, что спасли. А почему у меня на способности? Стоп. А, да, я же обычная, я забыла. А, караул. Помогите, спасите! Тут волк моего собрата съедает. Ой, блин, это обновление. Блин, я не могу, я иногда не могу просто двигаться, вот просто. Аж мне уровень поменьше взять. Я там просто меньше буду набирать. И долго. А тут я быстро наберу, но у меня будут быстро съедать. Ой, может мне и надо было съедать их? Что-то странное. Ах, помогите, спасите. Так, на волка есть такая способность так полетом быть? О, блин. Ну ладно, всем пока и до скорых встреч.